Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами своим заказом с каталога номер 4 от компании Faberlic. Заказ был небольшой, но были интересные продукты, и кому интересно, то приятного просмотра! Для начала расскажу о продуктах, которые я взяла для дома. В этом каталоге появились новые средства для мытья посуды. В данном случае я взяла с экстрактом алоэ вера. Оно идет как концентрированное, подходит для мытья овощей и фруктов, имеет легкий приятный аромат. Использовать его нужно как разбавлять в воде, и разводить его нужно в пропорции от 1 к 2 и до 1 к 4 с помощью флакона, который я вам покажу позже. В общем-то, я его еще не использовала, но у меня пользовалась им мама. Она моет как и посуду, так и фрукты и моет, и ей очень нравится, как очищает. И думаю, что меня тоже не разочарует, так как продукты для дома, косметика для дома Faberlic очень хорошая. И вот, собственно, сам флакон. Здесь есть такой рисунок, как разводить, в каких пропорциях. Сам он 440 мл. Брала я его для тех целей, чтобы разводить вот это вот средство для мытья посуды. Но я думаю, что и для других средств, которые нужно разводить, которые концентрированные, он вполне подойдет, поэтому не заваляется. Уже который раз беру вот такие вот влажные универсальные салфетки. Идут они как с антибактериальным эффектом, здесь 40 штук, про них я уже рассказывала. Очень нравится их использовать при чистке унитаза. Протер, выкинул и забыл. Эти салфетки можно использовать для протирания любых поверхностей, даже в автомобиле, кухонной плиты, деревянных поверхностей. Очень радует то, что имеют антибактериальный эффект. Стоили они по каталогу 99 рублей, и поэтому грех было не взять. Хочу рассказать о таком вот средстве по уходу за телом. Это молочко для тела энергии молодости. Идет оно из серии Рала. Вообще эта серия идет как 45+. Ну, я думаю, ничего страшного. В общем-то, я же не на лицо его использую. Взяла я его, чтобы ухаживать за кожей груди и шеи. Оно идет как укрепляющее, также содержит комплекс Новафтен. И, в общем-то, результатом должна быть гладкая подтянутая кожа без признаков увядания. Я думаю, что для кожи груди это очень-очень даже будет полезно. Аромат просто обалденный. Причем, что интересно, молочко, оно же вроде бы жидкое, но это нет. Это как густой такой крем. Вот так вот он выглядит. Очень хорошо такой питательная, кожа после него такая бархатная, впитывается хорошо, очень нравится, и аромат просто суперский. Молочко содержит комплекс Рала, который предотвращает старение кожи на клеточном уровне, увеличивает запасы энергии в клетках. Депантенол, который стимулирует регенерацию кожи, восстанавливает прочность коллагеновых волокон. Миндальное масло, масло ши, витамин Е и кислородный комплекс. Здесь 150 мл, взяла я его всего лишь один, и причем сожалею, что не взяла больше. Когда хотела еще дозаказать, то уже на складе их не было, поэтому хорошая штучка, если будет еще возможность, то я обязательно закажу. Очень рада я вот такому приобретению, достался он мне в подарок за баллы, это мягкий гель для умывания из серии «Биоэффект». Подходит он для всех типов кожи. Взяла я его для того, чтобы снимать макияж с глаз. Снимает макияж просто супер и на ура. Могу порекомендовать. Попробуйте. Стоимость очень бюджетная. Здесь 150 мл. Здесь содержится пребиотик биолин, который способствует улучшению общего здорового состояния кожи и ее внешнего вида. Кислородный комплекс увеличивает доставку кислорода клеткам кожи. И результатом нежная, чистая, сияющая кожа. За два раза просто обалденно снимает макияж. В принципе, и за первый раз хорошо снимает, но чтобы наверняка я его использую два раза. И сильный макияж, и легкий макияж снимает очень хорошо.
кожу век не стягивает, не сушит. В общем, очень здоровская штучка. Жаль, что я раньше ее как-то не использовала. В декоративной косметике я взяла вот такую вот новинку. Это тушь, новая тушь из серии Жар Птица. Идет она как удлиняющая, разделяющая. Кисточка мне очень понравилась. Она такая силиконовая, как зубчиками, как расчесочка. Очень мне нравится. Она дает такой естественный эффект, немножко удлиняет, хорошо разделяет реснички. Не нужно их потом как-то дополнительно разделять. Очень хорошая альтернатива той туши, которая мне нравилась. И это тушь из серии с шашечками. Там тоже была силиконовая щеточка, но щетинки у этой щеточки были чуть-чуть поменьше. Здесь же чуть-чуть побольше, но это не делает ее хуже. Держится хорошо, не осыпается, дает натуральный эффект, повторюсь. И еще отмечу, что дозатор у этой туши хороший, туша хорошо убирается с кисточки, не будет у вас каких-то паучьих лапок. В общем, очень здоровская, и в принципе цена у нее тоже довольно-таки приемлемая. И так как наступила весна, светит солнышко и скоро лето, я решила приобрести вот такие вот три миниатюрочки, три лака. Это новые оттенки в серии E2E. Очень яркие, очень насыщенные, действительно такие летние. Первый это у меня такой мятный оттенок. Артикул у него 72-25. Потом идет такой нежно-сиреневый. И артикул у него 72-27. И такой лимонный, очень яркий, 72-26. Все лаки я уже пробовала, на данный момент у меня вот этот вот сиреневый лак на ногтях, но я обязательно вставлю фотографии поближе, чтобы вы посмотрели, как выглядит цвет при дневном свете, при дневном освещении. Лаки, в принципе, мне нравятся, как и другие лаки из этой серии, они держатся где-то 4 дня, удобная кисточка, хорошо наносится, быстро сохнут, практически не полосят, и очень красивые оттенки на лето, вот самое то. Ну и последнее, что я взяла, были вот такие вот колготки в 20 ден и в 40 ден. 40 ден я уже показывала, и видео, ссылочку я оставлю внизу. 20 ден я взяла в таком бежевом оттенке, 40 ден в черном стандартном. Брала я себе размер XS, подошли их очень хорошо. Так как 40 ден я показывала, покажу только 20 ден. Также идут здесь шортики. Носочек здесь не имеет никакого различия цветового, что будет очень хорошо, когда одевать с туфлями с открытым носком, не будет ничего видно. Сами колготочки очень приятные на ощупь, они такие шелковистые, вот так вот выглядит бежевый оттенок, надеюсь, видно. В общем-то, понравились. Думаю, вполне таки можно взять. Цена у них, в принципе, такая же, как и в магазине. На этом мой обзор на те продукты, что я взяла в 4-м каталоге, закончился. Конечно, было их немного, но я думаю, что стоило показать что-то, может быть, вы себе приглядели. Всем до новых встреч, хорошего настроения, улыбок и солнышка. Пока-пока!